Мы в зале Веласкеса. Это инфанта Маргарита, 3 лет. Работа Диего Веласкеса. Вот она же, 5 лет. В 1656 году. Она родилась в 1651 году. А это работа ученика Веласкеса Масо. Здесь Маргарите уже 10 лет. Вот тщательно прописаны кружева. Кружева в руках, платочки, цветы, руки, бледность, волосы. В общем, очень высокая техника. На противоположной стороне портрет каких-то коронованных особ. Это работа инфанта Мария Терезия. Вот она же. Мариана? Королева Мариана из школы Веласкеса. Да, это королева Мариана. На той стороне это инфант. Это автопортрет Веласкеса.